Всем привет, друзья и гости канала, мы продолжаем с вами работать на карте Эльмкрик. И что, у нас сегодня 26 октября, 10.03, и у нас созрела трава. Вот, значит, я взял в аренду вот такую вот немку, все ее знают, все ее видели. Так, ну давайте пока что заглушим немку. Вот, и у нас, как вы помните, в прошлой серии, да, в прошлой или позапрошлой серии, нам дали вот такую вот технику. Досталась она нам абсолютно бесплатно за выполнение контракта по свеклы. Вот, ман, и там у нас еще комбайн. Вот, что он делает тут? Да я, друзья, просто... Я попросил, значит, соседа, да, фермера, который продает эту ферму, говорю, слушай, можно я к тебе пригоню на время вот эту вот ропу? Вот, свекольный комбайн. Вот, для свеклы. Просто постоит он у тебя, так как у меня на ферме эта бандура очень сильно много места занимает. Он говорит, добро, я не против, пускай постоит, вот. Но до зимы, вот, то есть до ноября, вот, вернее. Так что пока что я эту ропу пригнал сюда, вот, а потом надо будет ее куда-то девать, вот. Куда-то ее надо будет ставить. Плюс ко всему, у нас нет корма. У курей нет корма. И у нас 87 тысяч, значит. Я выполнил контракт на 71-м поле. Вот, получил денежку. И теперь нам надо будет... нужно, вернее, будет закупать овец. Так как вы помните, мы купили здесь овчарню. Вот. Вот такую простенькую овчарню купили. В отличие от вот этой, которая автоматическая, здесь только нужно два тюка, и все. Вот, эти два тюка у меня уже лежат целый год, представляете? Целый год два тюка. Круто. Вот, положил два таких огромных тюка, или четыре даже можно, и забыл про овец. Вот, а здесь нет, здесь нужно... постоянно за ними смотреть, воду привозить. Ну, я думаю, пускай такой овчарник и остается овчарник. Так, хорошо, давайте покупать с вами овец. Так, как всегда, я думаю, мы с вами возьмем... Хотя, знаете, друзья, что? Давайте мы с вами возьмем новых овец, так скажем. Возраст 0 месяцев. Так. Кому интересно, играю я на данный момент на клавиатуре, так как у меня сломался, так скажем, крепление для руля сломалось. Так. Давайте мы возьмем... Так, одну. Так, две такие давайте мы возьмем. Купить. Возьмем две черных, в принципе. И две вот таких вот. Все, теперь им нужно корм и вода. Вот, воду мы сейчас давайте привезем. Так, где наш детер? Вот где наш детер? Вот, данный трактор у нас будет, так скажем, для... Ой, как непривычно на клавиатуре. Извиняюсь. Вот, данный трактор, как я уже сказал, у нас... Не знаю, говорил я тогда или не говорил, у нас будет в основном для животных. Да, реально непривычно на клавиатуре. Так, ну ладно, не буду жаловаться. Так, 7,5 тонн у нас воды, отлично. Вот, поехали выгрузим нашим овцам. Вот, и я думаю, друзья, мы с вами уже встретимся аж в марте на посевной
так скажем, соевых бобов, так как летсплей у нас реально затянулся. Тем более у нас скоро выходит новая DLC для фермы. И мы уже будем подготавливаться переезжать туда. Так, вода. Отлично. А корм какой им нужен? Так, давайте глянем, что у нас здесь. Так, а корм им нужен обычный тюк. Хорошо. Вот, сегодня мы немножко позанимаемся и травой, и животными. Так, как же непривычно на клавиатуре. Я просто все время играю на руле, но да, надо привыкать. Так, также нам нужно сейчас будет завести зерно нашим курочкам. Я думаю, мы сейчас смотаемся на нашем грузовике. Отлично. Ставим. Нет, а как мы раньше играли, друзья, без руля? В 19-й фермер симулятор, а? Да, конечно. Надеюсь, что скоро починю, конечно, я руль. Что-нибудь придумаю, так как на клавиатуре мне очень непривычно. Так, лады. Клавиатура клавиатурой, но нам нужно работать. Так, нам нужно работать. Сейчас засыпем моим зерна. Вот, в общем, сегодня, друзья, мы, так скажем, будем полностью подготавливаться к зиме. Вот, так как зимой я ничего в основном снимать здесь не буду, ну, мы уже все сто раз видели зиму в Эльмкрик. Так что, вот, я думаю, мы будем ускорять дело с прохождением этой карты. Так, и тем более у нас здесь еще установлен курс Play. Так, пшеница 41 тонна, ячмень 32, овес 15, канола 5, сорга, липки, подсолнухи 2, кукуруза, картофель, свекла у нас 37 тонн свеклы. Друзья, супер. Так, ну давайте пшенички настроим. Я думаю, пшеничка будет в самый раз. И давайте мы поставим с вами Костика. Так, перейти. Так, это наша ропа. Вот. А мы с вами, друзья, будем косить траву сейчас. Так, я так хочу, чтобы... чтобы этот ехал рядом с нами. Так, Fall of Me. Давайте 0.
Так, нет, 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 нам надо в другую сторону. Так, ладно. С грузовиком, видите ли, у нас не получилось, так что действуем по старинке. Вот, нашим надежным способом действуем. Так, хорошо, работник поехал у нас. Так, грузовик я, значит, что думаю? Куда-то сюда поставим его, да? Вот, чтобы вы понимали, вот это нам бесплатно достались. 1 миллион нам достался бесплатно. Как вам, друзья? Так, я думаю, он никому здесь не будет мешать первое время. Первое время, я думаю, нам он не особо будет мешать. Так. Мне вот интересно, работник остановится? Мне вот, друзья, интересно, работник остановится, когда... Так, едь, едь. Когда прицеп будет полный или нет? Вот это прям вопрос на миллион. Вот это прям вопрос на миллион. Работник остановится или нет? Так, что это высыпаем? Давайте мы, друзья, проверим, остановится ли работник или нет. Вот, просто я это все, друзья, дело за кадром могу сделать. Так, друзья, ну а нам, смотрите. Я, значит, сюда пригнал, пока там кустик работает, я сюда пригнал наш трактор. На техническое обслуживание, друзья, 6500 мы отдаем за техобслуживание. Так, я все же хочу, друзья, проверить, работник остановится. Ага, он не останавливается. Круто. Что сказать, круто. Так, мы сюда выцепали все. Нет, 9 тонн, и у нас остается 6. Лады. Давайте мы сейчас на тракторе сгоняем, отвезем течку, так скажем.
Ну, я подготовлю уже всю технику сейчас к зиме, так как я планирую уезжать на зиму отсюда. Вот, поля мы, в принципе, засеяли. Ну, как поля? Мы засеяли по факту только 41-е поле. Так как остальные поля мы договорились, что будут у нас под соевые бобы. Так, друзья, ну так, в целом работник у нас справляется. Так, хорошо. Дальше, пускай работник работает. Так, а мы с вами поедем ставить назад нашу технику. Так сказать, готовиться к зиме. Вот, плюс давайте мы, друзья, с вами еще же кредит. У нас еще и кредит, друзья, с вами есть. 130 тысяч кредита давайте мы выплатим. 180 тысяч, вернее 380 тысяч кредитов у нас с вами осталось. И 27 тысяч в карман. Ну, неплохо, я считаю, друзья, неплохо. Вот. Я же еще, друзья, зимой буду продавать все. Не забывайте. Вот. Возможно, я сделаю зимой стерию, где мы будем все с вами продавать. Так, заезжаем. Так, хорошо, давайте проверим нашего работника. Так, что у нас еще, кстати, по контрактам? Так, ну на тюкование, друзья, я сказал, что я мелкие контракты не буду выполнять. Так, хорошо, пускай здесь работник дорабатывает. Так, а мы давайте с вами сейчас заправим трактор и поставим его на место, так как вот эти вот трактора большие нам, я так скажу, не понадобятся. Как так?
Так, ну я думаю, давайте мы уже, да, будем отцеплять. Там пару процентов. Вот, вот так, друзья, я и работаю. Так что я думаю, я эту работу более интересную буду делать за кадром. Вот, а обслуживание техники и подготовку к зиме мы сейчас с вами это сделаем, так что... Вот, кстати, мы, возможно, еще невозможно, а точно зимой, я знаю, будем продавать с вами Sims. Активно причем будем продавать. Так, я думаю, я этим более интересным делом позанимаюсь потом. Давайте это все вот так поставим. Вот. И займемся, как я уже сказал, подготовкой техники к зиме. Вот, то бишь ее обслуживанием. Мытьем. Собака выбежала на дорогу. Как всегда, у меня мои трактора здесь. Вот, я их всегда загоняю на яму. Так, и давайте смотреть, что там у нас еще. Культиватор надо помыть. Культиватор и плуг давайте помоем. А также вот этот прицепчик. И, друзья, в принципе, все. Сегодня у меня, как ожидал, речи потерял. Вот. На сегодняшний сезон все. Вот. Встретимся с вами аж весной. Сейчас все помоем, отслужим. Вот. Я доделаю тут дела с полями. Животным дам покупать. Вот, скажу Зинке, чтобы ухаживал за теплицами, и сам уеду на другое село, в другое село, пока здесь зима. Возможно, я зимой приеду, если мне сообщат, что большие какие-нибудь цены, большие спросы на что-то, то, возможно, я сюда и приеду зимой. Но это не точно. Ведь мы все с вами знаем, что мы любим зимой делать. Отдыхать, валяться на диване и кайфовать. Так, ну это, конечно же, мы все любим с вами. Давайте поставим мы прицепчик куда-то сюда. Так, все, я надеюсь, ни одному, ни второму я здесь мешать не буду. Этим прицепчиком. Давайте вымоем с вами остальную, так скажем, технику. Вот, этот Мэтти Фердис, он не очень, так скажем, и сломан, так что... Вот, наш культиватор.
который тоже поработал на славу. В общем, друзья, готовим, готовим технику к зиме. Все, нам осталось сейчас только плуг помыть и все. Все, гляньте, сияет, блестит. Так, давайте сейчас мы вымоем с вами плуг. Плуг сейчас вымоем и все. Я зиму здесь особо не буду так снимать, потому что я думаю, вы все тысячу раз видели зиму, наверное, в Эльмкрике. Уже будем с вами на новой карте снимать зиму. Сейчас все корпуса, все помоем. Да, конечно. Фигово то, что перекрасить плуг дорого. Вот я бы так перекрасил, но видите, мы все почти вложили с вами в кредит. Так, ну и все, я думаю. Не, ну можем, конечно, сейчас гонять починиться. Да, ну давайте сгоняем, починимся. В принципе. Вот, починимся, заправимся, обслужим полностью трактор. Кстати, магазин игрушек. Это там эти игрушки. Помните, мы с вами собирали игрушки в истерике, да? Ну как в истерике? Вот местному коллекционеру собирали, помните, игрушки? Нам заплатили там или миллион, или сколько нам там заплатили. Так вот, вот там все игрушки, которые мы с вами собирали. Так, починить 1000, давайте. 103. Перекрасить, ну давайте еще перекрасим за 200. Ну, тут, извините, конечно, перекрасить, да. Тут перекрасить, конечно, 12 тысяч, и у меня таких денег, извините, но нет. То есть сейчас мы заправимся. В общем, вот эти трактора у нас уже пока что на данный момент работать не будут. Вот, прессовать силос мы будем на нашем маленьком зетре. Так что пока что эти трактора будут стоять. Все, вроде он вымыт, да, трактор, в принципе. Стоят у нас два коня.
Здесь у нас что? Здесь у нас комбайн. Здесь у нас, в принципе, погрузчик. В котором что у нас? Корм для свиней. Так, ну нам он не нужен, этот корм для свиней. Здесь у нас что? Здесь у нас мед. Дальше здесь у нас комбайн. Так, здесь у нас, в принципе, тюк стилоса, который мы, друзья, можем продать. Нужно будет обязательно этот тюк стилоса, эти три тюка стилоса продать. Кстати, почем сейчас стилос? Стилос. Так, ну, в декабре он будет самый высокий, так что я думаю, мы будем стилос продавать в декабре. Вот, как раз я его сейчас, сегодня заготовлю, этот силос. И все, и будет вообще супер. Вот, ну что ж, друзья, я на этом буду с вами прощаться. Встретимся с вами уже аж зимой. Вот, да, зимой мы с вами встретимся, в принципе, делать особо так здесь и нечего уже. Вот, я в основном поработаю за кадром здесь так плотно, так как вы уже все 1000 раз видели. Вот, и я думаю, что скоро будем заканчивать с вами эту карту. А, красота. На этом, друзья, буду я прощаться. Кстати, что здесь камни делают? На этом я буду прощаться. Всем огромное за внимание. Всем удачи и всем пока. До новых встреч. Встретимся с вами где-то в декабре. Все. Всем удачи и всем пока-пока.